Да, раньше встал. Некогда вырубаем, пить охота. Чипсы в бардачке. Чипсы на завтрак и... Наверное, поехали пока потихоньку куда-нибудь. Подъеду к этому складу, попытаюсь еще там что-нибудь полутать. Надо подождать еще немножко будет время, если я сейчас быстро подъеду. Чтобы посветлело, то в такой темноте что-то мне, блядь, некомфортно будет. Зря я, наверное, так заехал. Надо было раньше там где-то останавливаться. Здесь тут что-то стрёмно машину где-то оставлять. Блять, может, к тому складу попробовать вернуться? Тот склад, который я изначально пытался малд разлутать, он мне, сука, никогда не подводил. Я там всегда нужный лут хороший находил. Может, там зомби подрассосались? Все равно пока еще рано, утром можно сесть и посмотреть. Топливо кончается. Надо тут заправиться. По идее, вот с этой развилки я должен сейчас на Малдра ехать как раз. Но это не точно. Блин, тут есть карты городов отдельных, но, сука, нету карты типа штата такой, типа вот как раз с вот этими шоссе, дорогами, вот этой вот, типа, чтобы ориентироваться, как от какого города правильно доехать. Да, я в Малдра. Вот и заправка, кстати. Я не знаю, с какой стороны надо парковаться. Может быть, кстати, это не важно. Направитесь бензоколонки. Это очень долго, а тут очень страшные звуки. Мешаешь мне заправляться, да, сука? Ну давай, давай, подходи. Надо было машину заглушить. Хотя вообще, по идее, можно ли заправляться, не заглушив машину? Вроде спокойно. Или нет? Сука! Все, ладно, поехали отсюда. Давай, укуси меня еще, блядь, через окно. Сейчас было близко. Ладно, полбака заправим, нормально. На, бочары. Здесь где-то с края должно быть.
полицейское управление, кстати, по-моему, вот оно. По-моему, это их парковка. Да, слышь? Попробовать его залутать, может. Там сзади, кстати, очень может так хорошо прокрасться, пройти. Мне эта идея очень нравится. Даже знаю, где тут можно попробовать машину прокануть. Далеко есть железная дорога и депо. Можно где-то у железной дороги оставить машину, попробовать пойти Малдра полутать. В целом, потом всегда можно будет легко найти машину. Типа выйти на железную дорогу, просто вдоль нее пройтись. И ты индивой найдешь свою машину. Я ее так не потеряю. Осталось только железную дорогу найти, ага. Тихо. В целом она вот где-то еще, по-моему, тут ниже должна быть. Может, я ошибаюсь. Бля, в какие-то ебеня заехал. Кстати, здесь вроде довольно мало зомби. Блять, стоило сказать мало, вот уже стоят тут, сука. И уже стоят, блять. Здесь, кстати, вдоль этой стены где-то можно прокануться. Стена тоже хороший ориентир. Ебать, там в толпу въехал, окно разбил, сука. Плохо. Теперь дуть будет. Бля, куда я заехал вообще, боже. Надо парковаться где-нибудь. По городу на машине такой сиварик кататься. Это вот надо место запомнить. Эту машину надо залутать обязательно. Сколько выживаю, до сих пор медикаменты так и не нашел. Так, ладно, я выехал обратно на дорогу. А ты просто отъеду от города где-нибудь вдоль дороги, так и оставлю. Чего уж теперь? Здесь паркуюсь на заправке. Блять, ключи забыл. Здесь я недостаточно близко к заправке, она не ебанет от того, что курю. Рация. Угу. У меня там в машине вроде рация была уже хорошая. А, все равно не нужна я один, но... Почему бы и нет? Для погружения пойдет.
Так, вроде я правильно иду. Вот здесь должно быть. Это полицейское управление. Это, кстати, зомби, он не полицейский? По-моему, да. По-моему, желтых у нет, у него значок. Так, они смещаются как раз. Так, офицер. Давай, ладно, с тобой разберусь. Кобура есть. Отлично. Это же, блядь, ритм из моего списка. Давай мы ее сразу наденем. Теперь у меня вот слот появился четвертый. Выспренная. Так, они там погнались за мной, да? Да. Здесь их принять. Да, вот этот вот волосатый вперед вырывается. Явно хочет огрести. Копье нужно, кстати, я подумал. Надо скрафтить ножа и палки, копье. И с копьем у меня начнет что-то получаться, возможно. Ну еще, кстати, смотри, зомби-офицер есть. Все хуево. Зомби-офицер может быть волына. Почему так много возле полицейского этого управления, сука? Откуда вы все тут забыли? Бля, в теории я могу найти какое-нибудь место хорошее, где бы я мог условно раскаять этих, типа забора высокого это. Пару раз выстрелить там с револьвера. Они бы все сбежались, я там через забор бы как-нибудь, может, размонтил их. Прибежал бы сюда, и здесь было бы поспокойней. Ладно, не время багажник проверять. Еще зомби полицейский. Ладно, я вроде оторвался от тех. А здесь открыто. Бля, какой же это риск. Как же я, сука, сильно рискую. Но в целом у меня есть волыны, я с волыны буду отсюда вырываться. Так, мне вот в ту комнату надо попасть. Чтобы туда попасть, то нужны ключи, правда же? Вы же не просто так стучите. Да, она заперта. Не значит, мне нужен зомби, у которого могут быть ключи. Это, скорее всего, вон тот зомби-офицер. Есть ключи? И 9 миллиметров. И... Слушай, может, мне уже не нужна эта оружейная? Сука. Так, спокойно. Бля, выложу двоих вроде. Из-за тумбочки это хуево видно, но. Умри же, пожалуйста. Полицейское, полицейское оружие, штаны, жакет. Где ключи, блядь? Надеюсь, вот у нее есть ключи. Что я смогу сейчас с ножа зарезать? Сука, нихуя себе! Укусил. Пиздец. Укус или царапина? Все, ГГшечка. Лацерейшн, это царапина. Лацерейшн, это царапина. Царапина, значит, шансы есть. И это значит, пора отсюда... Ключ. Еще, кстати, не это... Не у полицейского. Принять таблетки. Бля, возможно, мне уже пиздец. Возможно, меня уже не спасти. Ебать там кип. Все, ладно. Даже трудно сказать, стоило ли оно того сейчас вот этот все мувы. И дождь пошел. Вот здесь меня сейчас не начнет фризить.
Открыто, надо же. Double barrel shotgun. Да нам нахуй такое не надо. Очень больно, блять, как же все хуёво вышло, а? Но зато я смог добыть, типа, оттучи из списка. Ладно, блядь, через царапину первую никто никогда не заражается. Правда ведь? Кровь идет. Перетем дождь, ничего не видно. Дело. Где машину свою оставлял, а? На заправке. Как этой заправке теперь попасть? По-моему, кстати, вот она. Кстати, да, вроде не фризит. Хотя у меня дождь фризил только когда я на машине ездил. По-моему, когда я пешочком ходил, все было нормально. Сука. Ёбаный стос. Короче, ладно. Фух. Нахуй от моей машины, блин. Можно попасть? А, мне больно, поэтому я не попадаю. Ладно, я своего добился, не от машины отошли. Заведись. Сейчас не время. Фу, блядь. На грани. Холстер. Вет мокрый. Промок капра. Так, надо этот револьвер. Кобуру снимать, вешать этот пистолет, заряжать его. Да и револьвер вообще не айс. В целом я тут пострелял. Здесь это очень громко было. Сейчас они с той части карты сейчас сюда начнут стягиваться. Но в целом, по-моему, похуй. Что-то я не вижу, чтобы они прям двигались. Да в этих пушах их не видно просто. Слышь, зомби полицейский. Подожди тогда. Очки и нихуя, блять. Не моноротая одежда только. Слышь, все. Вот теперь это КГ. А нет, тут еще одна царапина. Шансы на выживание резко стремятся к нулю теперь. Это, наверное, супер лакич будет, если я две царапины не заражусь. Машину пришлось бросить, а ебать. О, не стоило оно того. Сука, ты уже сюда пришел? Где магазин? Винт уже грязный. Блин, это при всем при том, что у меня вот эта куртка рейнджера и свитер.
который в целом к царапинам давал нормальные, типа, шансы. Давайте, отходите оттуда, блядь. Ну, эти лужи, конечно, это пиздец. Я не знаю, нахуй они нужны. Но на них вообще нихуя не видно. Типа, ну это, по-моему, какая-то хуйня, блядь. С лужами. Я вроде не глушил машину. Не, я умру. Все. Смерть. Ходите. Ну понятно, что они ее облепили, ладно. А зачем второй раз дезинфицировать, блядь. Ладно, надо отсюда уезжать, где-то переждать это все. Даже пока какие-то планы строить не хочется, потому что хуй его знает. Выживу ли я? Все может медным тазом накрыться. Ну, в целом, конечно, я сам виноват, да. Это ебаная авантюра лезть в этот полицейский участок, блядь, да. Чтобы какой-то пистолет к обору достать. И то самое забавное, я их достал не в участке, я их залутал просто зомбей на улице, блять. Залутал зомбей на улице, и все равно, сука, туда зачем-то полез. Ну я катану хотел там найти очень. Кстати, зомби не с капюшоном в одежде? Нет, вроде. Да, в эту грязнуху кучу увидишь вообще. Быстро бинты пачкаются. Да, блять, чего так много здесь? Откуда все повылазили, блять? Я в тот раз пришел, а столько не было. Наверное, из-за стрельбы так повылазили все. Что тут с этим складом? Все хуёво, да? Блин, не так уже два раза поцарапали, типа, рисковать еще? Может быть, кстати, самое оно. Типа, чё, мне уже терять нечего. А может, и еще. Склад, нет, не сегодня. Надо эту грозу переждать. Я их давлю, я даже не вижу, просто. Всю машину уже побил, но я просто их не вижу.
Куда подъехать, где перекантоваться, сука? Блять. Мне вот этого не хватало еще врезаться. Так, я проеду, да? Не против, аккуратно. Блять. Ладно, думаю, попробую куда-нибудь в сторону Вестпоинта обратно поехать. Где-нибудь там по пути перекантоваться и вернусь в Вестпоинт. Попытаю удачу там, может быть, там возле оружейного... Ой, оружейного. После строительного все подрассосалось. Смогу чем полезное в оружейном... Блять, в оружейном. В строительном налутать, и если найду какую-нибудь кувалду или типа того, да, отправлюсь в оружейный вот как раз в Вестпоинте. Поищу там, может быть, аэрочка будет или катана. Но опять же, при условии, что я не заразился. Че такая музыка на пришел, на блядь, ночь, гроза. В кровище весь, блядь, перевязанный. Веду машину на большой скорости по шоссе. Такое дело, надо газировочки выпить, я думаю. Блять, погода отвратительная. Как же мне машину жалко, на самом деле, вот во всей этой ситуации, даже не за себя, а за машину. Я просто такой лаки, что я ее нашел, такая машина классная, блять, и уже так побил всю бедную. Короче, новый план. Я, наверное, машину оставлю где-нибудь под Вестпоинтом в лесочке там. По ориентирам как-нибудь ее заведу. Машина будет, блядь, моим домом, нахуй. Буду просто в ней спать и хранить лут какой-нибудь. А сам буду уже с этой машины туда бегать, в Вестпоинт. По чуть-чуть и там налутывать, награбливать его. Где-нибудь у реки, кстати, вот, кстати. Чтоб с водой проблем не было. Кстати, опа, еще один пикапчик рейнджера, слышь. Может, попытать удачу с ним? Вот это еще один вот мой подарок для меня. Покатаю сейчас с кругами, тут зомби позбиваю. Я, кстати, не могу понять, где я вообще нахожусь, куда это я приехал. И, кстати, им вообще похуй то, что я говлю. Даже повар какой-то тут из пиццы вот этой вот закусочной вылез в фартуке. Бля, парни, я не остановлюсь, мне нужна эта парковка. Мне нужна вот эта машина, мне нужна скорая помощь. Я буду вас доить до того. Сейчас вот сигарету в зубы, нахуй. И все, я буду дальше давить. Ладно, победили. У вас все больше становится. Давайте сюда. Надо запомнить это место. Две очень хороших машины тут стоит. Вот это, кстати, Вестпоинт, походу. Да, слышь, так это Вестпоинт. Ой, ебать, ну все. Да, в левую часть, куда-нибудь за кладбище уеду. Кстати, за кладбище, если что, там у могилку себе присмотрю заодно сразу. Ладно, тема такая. Если тошнить не начнет, значит все хорошо. А если начнет тошнить, значит, блядь,
Буду уже что-нибудь придумывать, как бы так убиться покрасивее. Перестрелку устрою, там молотами сожгусь, но сука же он мне отдамся. Я зомби хуй буду. Блять, что это за дорога? Куда она ведет? Куда я еду? Я уже с испойнта выехал. Разворот нахуй. Лобового, кстати, нету, я так понял. Где я плутаю нахуй? Куда я уже заехал? Что это, блять? Опа! Вот этот домик я знаю, нахуй. Здесь мы чеченцев встретили и хоронили. Вот это вот он. Значит, я относительно в нужном направлении двигался все время. Здесь, по идее, сейчас, если проехать по вот этой всей хуйне, должен быть берег. Да, вот, все. Берег — это охуенный ориентир. Буду ехать вдоль берега. В целом, где-нибудь даже возле берега можно будет парковочку устроить. С одной стороны, берег как бы, блядь, это источник воды хороший. И как бы с одной стороны, получается, на тебя уже никак зомби не прут. Но если они пойдут отсюда, значит, у тебя как бы вариков отступать от них, убегать мало. Как-то сели в одну сторону или вдоль берега. Но не думаю, что тут может быть ситуация, допустим, если там тот же вертолет пролетит, что они прям со всех сторон так окружают. Ну это как-то unreal на самом деле. Да и че вообще, какой вертолет это нахуй? Я не доживу вообще. По-моему, у меня уже все. Я что-то не хочу так долго вдоль берега от эспойнта отъезжать. Ну куда хрен обратно тогда. Эти вроде дождь поутих. Молнии не бьют. Ну да, не бьют. Боль стихает. Музыка спокойнее стала. Может, еще не все потеряно. Блин, сейчас как заеду куда-нибудь в лес и все. Надо задний пока. Да пойти где-то пирс должен быть. Хотя бы по нему смогу сориентироваться, насколько далеко я уехал. Ладно. Всю эту херню в эту грозу кататься. Сейчас я проканусь вот так в эту сторону. Поближе к воде, чтобы зомби не могли обойти меня с правой стороны. Вот так вот и не кусали. А вот это стекло убивали. Глушу. Ключ ставил. Двери закрыл. Покушаю. И спать лягу. Надо отдохнуть.
Будильник. А похуй на этот будильник. Сколько посплю, столько.